Да. Самое главное. Единственное, что надо. Всем привет. Всем привет. Удаури, пара планы, старт. Летим. Так, а как нам снимать так, чтобы видно было? Все видно. Здесь угол очень большой, он все вокруг захватывает. Да? Да, круто. Камера очень... Удачного исполнения. Пару шагов вперед. Ножки сейчас вот так вот. Так, теперь вы уже сидите, ну да. Класс! Это просто... Это офигенно! Слушайте, это так просто на самом деле? Ну, оно когда долго занимаешься, это... Блин, это круто! Ребята, это так круто! Я не знаю, как это показать все. Это класс просто. Самое интересное, что я не боюсь почему-то. Хотя я очень боюсь высоты, но это классно. Это просто бомба. Офигеть! Аня, это круто! Как классно! Блин, и вы так каждый раз же кайфуете. Да, мы уже давно кайфуем. Да? Это обычное дело. Работа такая. Класс. Как говорится, привычка. К сожалению, даже мороженого можно объесться. Ничего не сделаешь. Да, очень классно. Кайф, просто кайф. Офигеть, блин, это как будто не со мной происходит сейчас. Реально такое ощущение. Обалдеть. Какой кайф. Обалдеть. Черт, я теперь, может, даже с парашютом прыгну. Круто. Нет, там падение, все по-другому. А? С парашютом там падение, там, ну, абсолютно другое. Да, там страшнее, страшно, представляю. Да, да. Тут мы чувствуем невесомость здесь. Но все равно, это так круто. Блин, это завораживает, реально завораживает. Ощущение, как будто, ну, как будто безопасности почему-то. Ну, потому что мягко. Да, реально, очень мягко. Смертность. Как будто я на фуникулёре спускаюсь. Вау! Класс! Это очень круто! А можно ее, да, вот так вот прям брать? Можно поворачивать, да? Можно вставлять ее туда. В строп имеется в виду. Вот, смотрите на это просто. Как это здорово! Это просто обалденно! Просто кайф. Блин, при этом я боюсь на балкон выходить, чтобы понимали вообще. Ну, честно говоря, я тоже. И смотреть вниз. Я тоже. Ну? Не... Тут я привязан, тут я все понимаю. Когда ты на балкон выходишь, там, ну, да, если он без перил, то это неприятно вообще. Но, блин, это и... Если без страховки выходишь. Да, да. Естественно. А мы как-то можем туда ближе подлететь, вот к Ане, которая вторая летит? А постепенно они сейчас сами нас догонят. Да? Да. Класс. У нас маршрут получили. Супер. Просто супер. У нас же одинаковая программа, поэтому... Да. Это обалденно. Вы просто посмотрите на это. Вот, смотрите. Это же бомба. Вон они уже летят. Да, я вижу. Там Анька летит. Или на желтом? Да вот, вот на оранжевом. Да. Класс, это просто кайф. Это вроде страшно, но это круто! Очень круто!
Это реально завораживает, ай. Я, блин, это между скалами. Ааа, класс. Грузия, 2019 год. Сегодня какое число? Ой, не точно. У нас выходные просто. По-моему, 17-е. По-моему, 17-е. Возможно. 17 октября. Плюс-минус 2. Блин, на улице очень классно. Йоу, это обалденно. Здесь красивее, потому что обычный полет это только вот там полетать. Здесь такие скалы. Это скалы. Внизу еще это озеро. Блин, да, озеро. Там озеро, очень классное озеро. И это обалденно, ребят. Сейчас стараюсь показать. Вот так. Смотрите, как круто. Какие жирные ножки тут. Смотрите. А, класс. Просто бомба. У-у-у. Блин, это стоило того. Просто офигенно. Чё в Москве? Мы собирались в Москве. Что в Москве можно увидеть? В Москве там другое. А, не так круто! Мне кажется, она сытца там сидит. Возможно. На видео потом будет видно. Блин, как классно. Обалдеть! Обалдеть! О, блин, интересно, а какая тут высота? Вы знаете? Где-то 2500. Это 2.5 километра, понимаете? Это уровня моря, так-то ниже. Черт, вы взяли спорт. Это 2.5 километра, ребят. Ну да, если не уточнять. То это такие, это факт. Вариант. Ай, круто. Это очень здорово. Фу, это просто обалденно. Блин. Обалденно. Обалденно. Фу. Блин, реально чувствуешь себя птичкой? Они же почти так же летают. Да, такие. И вот это они видят, понимаете? Это так крупные здорово. Птицы все, они не махают. Это, вот это они видят все, это очень здорово. Я не знаю, как я на это решилась. Спасибо экскурсии за то, что они предлагают вино в поездке. Это помогло, да? Я думаю, да. Это уменьшило мой страх. Понятно. Обалдеть. Обалдеть.